Хотите верьте, хотите нет. А нам есть что рассказать. Нам почти 100 лет. И столько мы перевидали. Сколько перенесли. Ух, и радовался я бывал с людьми. И так горевал, будто с меня живого плюш спарывали. Ужасно. Ужасно нам, старикам, хорошеньким, полным сил, хочется поучить молодых. А возможности нет, не услышат. Ни за что не услышат. Словно мы старые люди, а не куклы. Еще подари нас детям, оно бы и ничего. А нас возьми и подари молодым супругам. Беспомощные, слепые, счастливые. И знать не знают, что жить вместе целая наука. Оно, конечно, может все у них пойдет чистенько да гладенько. А навряд ли. Люди все-таки, а не куклы. Народ нетерпеливый, страстный, требовательный. Я фарфоровая. У меня ротик маленький, деликатный, но так хочется учить. А никто не хочет учиться. Что делать? Давай споем. Кроме 8 на сеной поселились муж и женой. Вот, Ивановна, совсем немного стало. Проходите. Хорошо у тебя, Марусья. Все с любовью обставлено и без претензий. Здесь ты и занимаешься. Здесь. А Сережа за своим столом. Или за чертежной доской. А я за своим. У него большой стол, а у меня маленький. Сережа говорит, что мой стол будто детеныш. Хорошо, Маруся, я все понимаю. Хорошо, Илютина. Что ты смеешься? Ольга Ивановна, я теперь не Илютина, я теперь Орлова. Но не сердись, не привыкла я еще. Всего ведь месяц ты замужем. И 3 дня. Месяц и 3 дня. Месяц и 3 дня. Ну хорошо, а теперь рассказывай, зачем ты меня вызвала? Что случилось? Ольга Ивановна, простите меня. Ничего. Но ведь сколько я себя помню, ближе вас никого у меня не было. Ушибусь, бывало, и все к вам бегу утешение искать. А теперь, когда мне так хорошо, кому рассказать, кроме вас? Спасибо, Марусь. Спасибо, Орлова. А откуда у тебя такие дорогие игрушки? Никанор Никанорович подарил. Сережа, начальник, явился с огромным свертком и говорит: Мария Николаевна. Это я, Мария Николаевна. В нашей, говорит, семье эти игрушки живут лет, наверное, 90 и передаются от матери к дочке. А я последний в семье, как нарочно мальчик. Примите их, говорит, от меня в качестве свадебного подарка. Одна только просьба: беседуйте с ними, как с живыми. Они у меня так приучены. И ты, конечно, беседуешь. Да. А они, конечно, отвечают. Пока нет. Жалко. Сдержаны. До свидания, Маруся. До свидания, моя дорогая Мария Николаевна. Вот и дожила я уже до того, что тебя по имени-отчеству зовут. Ольга, до свидания, Маруся, я пойду. Ольга Ивановна, ну побудьте. Я не могу, я на педсовет опаздываю, Маруся. До свидания. До свидания, моя хорошая, провожай. Ой, Ольга Ивановна, Ольга Ивановна, я ведь не только для того позвала вас, чтобы сказать, как мне хорошо. Но ведь мне до того хорошо, что даже страшно. Вы меня вырастили. Я знаю, что вы лишний раз старались не показать, что любите меня больше всех ребят в интернате. Но любили меня больше всех. Лишний раз старались не приласкать. Но с тех пор, как... Ну, пришла открытка, что мама и папа погибли. Вы стали самым близким человеком на свете. Прошу вас, Ольга Ивановна, поцелуйте меня и побудьте еще чуть-чуть. Ну, хорошо, я побуду. Скажи, а почему тебе страшно? Ой, Ольга Ивановна, не знаю. Ну, разве люди глупеют от любви? А я поглупела. Честное слово, поглупела. Да нет, как можно, никогда. Что вы? Но я могу над каким-нибудь его словечком думать целый день. И на лекции в институте, и в лаборатории. Есть такие слова, которым я радуюсь. Но есть такие, от которых холоднее. Умом знаешь, что пустяк? А чувствами. Ольга Ивановна, отчего я не узнаю себя? Отчего меня... Как будто подменили. Сережа пришел. Да нет, у него ключ. Ох. Ну что, дети, что скажете? У вас должен быть ответ.
Не маленькие, небось, по 90 лет вам. Восседаете важно, а конкретной помощи никакой. Шурочка, соседка с нашей площадки, можешь позвонить на завод? Ольга Ивановна, вы меня поймите, я не жалуюсь. Ну, стала я зависимая. Вы не подумайте, что от мужа. Этого нет. Стала я зависима от новых своих, ну что ли, чувств. Ольга Ивановна, что с нами? Вы не придавайте значения, Ольга Ивановна, это я так, от радости. Боюсь я за свое счастье. Неопытная я. Понимаю, Маруся, вот смотри. Когда эвакуировались мы из Ленинграда, тебе исполнилось только 5 лет. И выросла ты среди многих и многих людей в детском доме, так? Да. Потом университетское общежитие. Университет еще больше людей, верно? А теперь попадаешь ты в самый маленький коллектив на свете. Муж и жена. И повредить этому крошечному коллективу так легко, как ребенку. Особенно в первый год жизни. Жить вдвоем, вместе, целая наука. А кто научит? Вот и я говорю. Ну, что хорошо, что ты об этом беспокоишься. Все будет хорошо. Вы правда так думаете, Ольга Ивановна? Конечно. Вот смотри, Чехов в каком-то из своих писем сказал, что в семейной жизни самое главное – терпение. Как? Как он сказал? Шура или Шурочка? Я поправляла шпильку в зеркало и случайно услышала. Простите, что так вмешиваюсь в ваш разговор, но этого я допустить не могу. Терпение. Какой же стати мне терпеть? Что я сделала, чтобы терпеть? Нет, вы, конечно, не знаете, как я живу, но вот вам факт. Я сегодня работаю в вечерней смене, а он в утренней. Поспеши, чтобы хоть слово доброе жене сказать. Так нет, звоню в цех, а он в библиотеку ушел. И я это должна терпеть? Почему я, как зарезанная, бросаюсь в трава из передней площадки? Пожалуйста, пусть скандалят, только бы скорее домой. Я вам так скажу, простите, не знаю имени, отчества. Ольга Ивановна. Простите, Ольга Ивановна. Да только Чехов пошутил, наверное. У него вообще много смешного. В семейной жизни главное терпение. С ним попробуй, потерпи с моим Мишей. Дойдешь до того, что останемся мы с Майей, дочкой моей, одни как дуры. Нет. Шурочка, ну что жаловаться-то? Такого, как Миша, еще поищи. Одни обиды от него. Иду я вчера, Ольга Ивановна, по нашей улице, а Шурочка с Мишей впереди, и он ей шепчет что-то, едва-едва слышно, а она ему, не ори на меня, не ори на меня. Верно, он шепчет, а я ему, не ори, потому что шептал он из раздражения. Глупые мы женщины, конечно, всего нам мало. Почему это, Ольга Ивановна? Почему? Зайдешь в большой магазин, мужья шагают тихо, спокойно, а жены все больше как обиженные. Или на улице. Прислушайтесь, кто кого больше пилит. Все больше жены мужей. Он идет, насупился, а она ворчит, как безумная. Почему? Не знаю, Шура. А я знаю. Потому что мы больше любим. Они отвлекаются, а мы не отвлекаемся. Все за них держимся, на них косимся. У них тысячи забот, а у нас... Ты же на всю фабрику знаменитая ткачиха. Да не об этом долг. Мой Миша... Ах, ну его, что-то мы все о мужчинах, да, о мужчинах, как дети, Ольга Ивановна. Так это вы, Марусина, воспитательница. Да. Она вам обо мне рассказывала? Не беспокойтесь, я сама вас спросила. Уж если я кого люблю, все хочу о них знать. Действительно, Булочка, я Марусина воспитательница. Вот пришла посмотреть, как жизнь ее налаживается. Хорошо налаживается, поверьте мне. У Маруси характер не такой огненный, как у меня. Или по-другому сказать, не такой нетерпеливый. Ольга Ивановна, это под мышкой можно температуру измерить, а в душе не измерить, такой или сякой. Но у меня характер неудержимый, а Маруся добрая. Это первое. А второе? Сережа не из тех мужчин, что женится. Верно, верно. Не смотрите на меня, как будто я несу сама, я не знаю чего, я знаю, что говорю. Уж если такой мужчина, как Сережа, женился, значит, полюбил. Отказался от вольной воли, значит, любит. Он уже многое повидал. Его обратно на волю не потянет. А за такими тихими, как мой Миша, только присматривай.
А что там, опять все о мужчинах, да, о мужчинах, вот как маленькие. Ольга Ивановна, а что бы мне почитать о семейной жизни? Мы поговорим, Жулочка, обязательно. Но не сейчас, девочки, я в школу опаздываю. О, у меня ж там маечка бедная одна в квартире. Простите, если что, наговорила лишнего. До свидания. До свидания, родная. Вот до сих пор не могу нарадоваться, что такая соседка у меня завелась. До свидания, Ольга Ивановна. Ну, простите, если не так. До свидания, Жур. Да, Маруся, вот и полюбили тебя уже здесь. Это Шурочка, открытая душа. Я рада, что пришла. Ты знаешь, издали многое оказалось, особенно вечером после уроков или ночью. А сейчас пришла и ничего, живем. Спасибо, теперь я буду у вас бывать. Непременно, Ольга Ивановна, как можно чаще. Я с вами умнее. Пойдем. Вот дети, какая я стала. Ольгу Ивановну побеспокоила. И зачем? Только чтобы поговорить. Все успела рассказать до Сережиного прихода. Сережа. Сереженька. Слышите? Сережа уже едет домой. Сидит в трамвае. Смотрит в окно. Скорей. Скорей. А я его жду. И все ушли. Первый вечер на. И никого у нас нет. Сглазила. Ой, здравствуйте, погодите. Простите, Маруся. Мария Николаевна, мы к вам на одну минутку. Что не снимает с нас обязанности сказать? Здравствуйте, Мария Николаевна. Здравствуйте, Никанор Никанорович. И вы, Илюня, проходите, раздевайтесь, посидите. Сережа звонил из управления, что уже выехал. Не можем мы раздеться. Мы загубили свое будущее. Как так? Никанор Никанорович взял билеты в театр. Придется идти. Весна. Ждешь, что случится что-нибудь неожиданное. Вот так хорошо было бы пройти по улице свободно, куда глаза глядят, без цели. А тут изволь в театре сидеть. Ну а что в театре может случиться неожиданного? А вы убегите! А меня, Людмила? У нашего дорогого начальника еще имя и отчество начинаются с отрицания. Никанор Никанорович, пойди поспорь. Мы к вам вот поговорим. Когда Сережа уехал из управления, нам звонили из Москвы. А Сережа на проекте, да? Да, он. То есть проект. Прошел первую инстанцию. Что в сущности определяет дело, завтра окончательное решение. Которое, несомненно, будет положительным. Ну вот и все. Как все? Только пришли и все. Не вкушайте, Леня, вперед. До свидания, Маруся. До свидания, Леня. Конечно, пожалуйста. Я загляну. Когда здесь не одни. Ух ты, нехать. До свидания, Мария Николаевна. До свидания, Никанор Никанорович. Дети, неужели я, Мария Николаевна, вот такая я стала? И ничего, мне не страшно. Хотя нет. Вот я похвастала, и страшно не стало. Ах ты какая, Мария Николаевна, таинственная, душа у тебя так изменилась, а нос все тот же. Что же это значит, Мария Николаевна? Объясните, если вас не затруднит. Сереженька! Ты пришел! Пришел. Ты одна? Одна. Я была испугался. Слышу разговор. Я разговаривала сама с собой. А тут смотрю, ты стоишь в дверях. И тут произошло чудо. Какое? Я не смутилась. Но ведь люди всегда смущаются, когда их ловят на подобных глупостях. А я не смутилась. Вот такая я стала. С тобой. Что? Чего ты? Скажи. Ты меня передразнишь, честное слово. Что у меня на лице, то и у тебя.
Я глаза открою, и ты. Я говорю, а ты губами шевелишь. Вот славно-то. Ой, Сережа, ты не сердишься, что я болтаю глупости? Мне с тобой всегда весело. Ну и славно. Сережа. Сереженька, неужели мы с тобой когда-нибудь будем как все? Никогда. Неужели, как все, перестанем мы удивляться друг другу? Пойдем ссоры, обиды. Ты смеешься? А вдруг? Куда ты? Не могу я на тебя больше смотреть. Я так сильно люблю тебя, что даже плакать хочется. Вот это весна! Весна так весна! Настоящее лето! Сережа, пойди сюда! Смотри, ребята играют в волейбол. Если правая команда выиграет, то все у нас в жизни будет легко и так прекрасно. Каким шкетом доверила ты наше будущее? Ну, хотя вон тот Чурики подарил толково. Сережа, смотри, сетбол! Сейчас решается наша судьба! Опять Чурики подает. Широко больно размахнулся. Как бывало, не ушел мяч. Ну бей, чего мучаешь? Чего? Не доиграли. Что же это значит? Не хочет нам отвечать твое гадание? Ошибаешься. Это и есть ответ. Никто нам в жизни не поможет, не подскажет. Все придется самим. Решать долго. Ну и словно. Ничего. Сколько лет на свете прожили, значит, что-то умеем. Что-то умеем. Ты сказал, что-то умеем, я вспомнила. Заходили Никанор Никанорович и Леоня. Они говорят, что твой проект сегодня прошел первую инстанцию. Прошел? Да, Леоня говорит, что вопрос в сущности решен, понимаешь? Ну, ну ты чего? Чего ушел? Я не ушел, Маруся. Нет, ты ушел. Но они говорят, что вопрос в сущности решен. Ну, понимаешь, все решено уже. Я не ушел. Правда, я с тобой. И в доказательство расскажу тебе, что меня беспокоит. Ты не удивляешься? Я бы тоже так сделала. А я когда тревожусь. Не могу говорить. Не могу думать, только сержусь. Когда тревожусь за свою работу, сержусь я. И вот ушла она из моих рук и скрылась из глаз. И теперь она в чужих руках. И я боюсь. Никогда об этом не говорил. Боюсь бездельников. Бездельников? Тех, кто боятся дела. И ты их видела? Попадались. Ненавижу бездельников, которые способны развивать бешеную деятельность, только бы ничего не делать. Которые способны губить дело, только бы ничего не делать. Их ловят, но они находят мертвое пространство. Чему ты улыбаешься? Мне так нравится, как ты говоришь, так складно. Да все это передумано тысячу раз. В работе движение, а они боятся движения и легко убивают работающего. Впрочем, я теперь, когда меня убивают, не даюсь. Но в драке приходится их трогать руками. Понимаешь? Противно. Ты-то у меня все понимаешь. Ты теперь совсем наша. Все у нас тебя любят. И я. Только на Лене сержусь иной раз. Ну, красно. А почему, когда он шутит, смотрит в самое твое лицо? Какое впечатление произвел? По близорукости. Сереженька, прости меня. Стала я безумная какая-то. Ты не сердишься, что я такая глупая? Еще больше люблю. Ты погоди чуть-чуть, я поумнею! Не смей. Ты не велишь? Правда, довольна. Не надо ни о чем думать. Не думай. Сережа, Сереженька, спрячемся на сегодня? Как в детстве, как в домике, помнишь? Здесь не ловят. Не открывай. Не открой. Что он звонит? Что за человек? Ничего не понимает. Сережа, это Юрик. Помнишь, я тебе про него рассказывала? Мы с ним
забудем прошлое, перейдем к настоящему. Ой, голос тот же, да боже ты сверток свой. Невозможно, рассыплется. А что это? Почему? Это подарок тебе. Чинешник купил первый из Средней Азии или из Черного моря. С ума сошел! Благодарить надо, она оговаривает. Беги скорее за кастрюлькой. Пересыпай, не мучай человека. Ой, Егос тоже, какой ты славный. Не то, что как другие люди меняются, не то, что я. Бегу. Ох, намучился я, пока искал Марусю. В общежитии никто и адреса говорить не хочет. Все какой-то незнакомый народ. А кто знакомый в кино ушли? Ближе друга нет у меня, чем Маруся. Хоть старше была я на 2 класса. Вместе эвакуировались. Меня на прощание на вокзале на Финляндском в ногу ранило, осколком. Так вот, я маленький, она еще меньше, всю воду мне носила. Потом всю войну в детдоме вместе. Вдруг как-то случилось так, что потерял ее на целый год. Юрик, давай, переступай скорее. Ну, чего ты? Чего так на меня смотришь? Эх, лицо ты... запачкан, да? Дитя, взглядов не понимает. Одна гражданка в очереди обиделась, что много беру. Эй, ну разве можно ссориться возле такого радостного товара? Ну не пшено. Да. Слушай, ну и мастерица ты прятаться. Хорошо в общежитии с девушкой познакомиться. Оказалась твоя знакомая Валя Волобуева. Она и дала твоя. Валя? Ну да. Я ее еще спрашиваю, как ты живешь, она, мол, сами увидите. Юрик, а ты теперь кто? Он, Сережа, кончил школу, не стал поступать в вуз, а поступил в геологическую экспедицию, коллектором. И уплыл на Камчатку. Я, говорит, засиделся. Да кто ты теперь, кто? А теперь я понял, что если так постоянно мотаться туда-сюда, то изнежишься. Ну да, привыкнешь каждый день новеньким кормиться. Нет, хватит. Я теперь поступил в электросилу, буду поступать в электротехнический на вечернее отделение. И учиться и работать. Ну да. У меня такая идея, что если немедленно не возьму себя в руки, то выйдет из меня бродяга. Я испугался. Себя потеряешь. Тебя потеряешь. Слушай, а почему в адресном столе нет твоего адреса? Ну почему нет? Есть. Ну как же, вот смотри. Вот, Мария Илюкина в Ленинграде не проживает. Зато проживает в Ленинграде Мария Николаевна Орлова. Я замуж вышла, я теперь Орлова. Ну чего ты, чего отступил, как от привидения? Прости, это моя манера радоваться и восхищаться. Еще бы! Вы и есть он? Да, Сережа. Можно он будет называть тебя Сережа? Можно. Ну я рад. Сережа, очень рад. Еще бы! Да если бы ты не замужем была, я пропал бы с досады. Это еще почему? Да ты только не смейся, я влюбился в тебя, когда перешел еще в 8 класс. И на всю мою жизнь. Ну, понимаешь теперь, как хорошо, что ты замужем. Почему? Да. Да я и сам женился, между прочим. Ты! Да ты же еще мальчик! Ну, а ты-то кто? А я Мария Николаевна. Юрик, а ты расскажешь, какая она? Жена твоя, блондинка, брюнетка, учится или работает? А зовут как? Как выглядит? Ну, расскажи, пожалуйста. Ну, познакомишься с ней, ну, сама все узнаешь. Хорошо. Вот. Юрик. Вот всегда так и было, смеется. Есть такой закон, еще не открытый учеными. Ребята своего детдома не влюбляются. Я бывало намекаю на свою любовь, она хохочет, а я мучаюсь. Так и было, не верила моим мучениям. Да оно и правильно, здоровому да веселому человеку такие мучения только на пользу. Стоишь бывало на вахте, погода беспощадная, камчатская. А вспомнишь Марусь, становится все многозначительно. И на этом кончим. Как? До свидания, молодые супруги. Как до свидания? Год пропадал, и теперь на тебе. До свидания. До свидания, друзья. Ну, до свидания. Тебе сегодня не до нас. Я не в укор это говорю. Сам знаю, что такое любовь. Забыл это весь мир. Притаилась. А тут один из самых верных друзей ворвался в твой дом хитростью. Ну, что же поделаешь? Разве от жизни? Разве от нее спрячешься? Никогда. Пожелаю вам, друзья мои, вот чего. Пусть случится чудо. Пусть жизнь врывается в ваш дом только так, как я сегодня. С добрым лаской и полными руками. Будьте счастливы, друзья. Будь счастлива, сестричка моя, единственная. Жаль. Такая нежная, такая маленькая. Вдруг вы, Сережа, ее. Не обижайте ее, Сережа. Не обижайте. Маруся, Маруся.
муж с женой. И не только поселились, но как дети подружились. И совершенно правильно делаете. Ой, Марусе сегодня 20 лет, и она ровно 3 месяца замужем. Никанор Никанорович, ну где же шампанское? Я речь хочу сказать. Да пробка сидит, как припаянная. Как припаянная. Попробуй дерево, припаяй. А вы поворачивайте пробку, да вокруг своей оси. Никанор Никанорович, да вы Мише моему дайте, он сразу откроет. У него руки железные. А давайте я попробую. Ни за что. Все же, поставьте какую-нибудь пластинку, пусть слушает. Мне не мешают. Сереж, мое любимое. Все-таки речь я скажу. Я сегодня никого не воспитываю. Сегодня здесь собрались взрослые люди. Ой, представляете, в эвакуацию еду на телеге, правлю лошадью и кричу, что ты такая непослушная, я кому сказала? Вот так, ладно, все, хватит. Давайте поговорим о любви. Вот скажите, Маруся и Сережа счастливы? Да, конечно. Мы с Марусей подружились. Мы все с ней подружились. Она простая. Ну вот и хорошо. Маруся, вот и все. Маруся простая, а любовь – дело непростое. Ну вас. Ну вы же хотели говорить, как взрослый человек. Ну вас. Любовь – дело непростое, особенно когда живут люди вместе. Ну, а вам кажется, что нужно махнуть рукой и подчиниться? Руководить наши молодые предлагают. Не обижайтесь, Ольга Ивановна, я их не меньше вашего люблю. Сережу, по крайней мере, мы воевали вместе. Но я ни слова не скажу ему о его семейной жизни. Леня, ну хватит болтать, давай ты лучше танцевать. Да, Лень, а вы какую музыку больше любите? Классическую, конечно. Ой, нет, не люблю классическую. От этих симфоний душа болит, тревожная. Больше всего я люблю передачи по заказу радиослушателей. Тут уж все знакомое. Будто родственники в гости вывалились в воскресенье. Ой, этот Леня вот хуже затейника с дома отдыха. Родственники. Конечно, бывают такие родственники, как увидишь, так и увянешь. Принципиальные. Не поздороваются никогда. Но есть и другие. Мишенька, золотко мое. Вот слушает, как я говорю, и не стесняется. Другие мужья, извините, прямо корчатся, когда их жены разговаривают. Все им кажется, что жена какую-то глупость скажет. А моя Мишенька только хлопает своими ресничками и молчит. Мишенька, ну скажи хоть словечко, ну вот все говорят, один ты молчишь. Что вы замолчали, Ольга? Огорчилась? Почему вы сказали, что ни слова ему не скажу о его семейной жизни? Вы заметили что-нибудь? Ну, нет, что вы. А по-моему, они не веселые какие-то сегодня. Ну, вот особенность семейной жизни. Он гостил. У Сережи сегодня был неприятный разговор на том объекте. Он не в духе. И сразу же Маруся помрачнела. Сочувствует? Я тоже сочувствую, но не заражаюсь его душевным состоянием. А супруги легко заражаются душевным состоянием друг друга. И уверяю вас, это не философия. Это идеология. Какие же они муж и жена, если не увлекают друг друга? Не только радуются и целуются заразительно, но и сердятся, и ругаются, и... Ну вас. Вот видите, даже разговаривать о них, и то мы не можем с полной ясностью. А вы предлагаете направлять, они муж и жена, напоминаю. Ладно. А вот останутся еще и людьми. Надеюсь, но Маруся очень простая. Ее можно обидеть насмерть. Люба. Готово! Открыли? Вот. Пробка сломалась. Вот вечно это шампанское. Надо письмо в газету написать. Что случилось? Ну-ка, дайте-ка я попробую. Миша мой откроет. Да, продаю. Да что ж Миша-то мучится? Я тут вроде тоже свой. Сейчас сделаю. Свой. Сережа, как вы терпите? Я за такие слова голову бы оторвала. Какие глупости. Они ведь вместе учились. Ну и что?
Леня, а почему вы сказали, что Ванюсю можно обидеть насмерть? С непривычки. Не понимаю. Ну, вы вдруг заговорили серьезно о семейной жизни, и мне с привычки почудилось с ней лишь что. Простые люди, они не гнутся, они разбиваются. Давайте не будем об этом. Никанор Никанорович, что ты шепчетесь с вашей Шурочкой? Это нетипично. Отстаньте, с чего вы это взяли? А вот кого угодно можно обмануть, но только не меня. Юрик не женат. Не женат. И пусть он сюда свою жену не приводит, это ничего не доказывает. Ну, конечно, может, она такая, что он ее стесняется, мало ли на ком можно жениться сгоряча, это бывает. Но не угодно. Какая бы плохая жена ни досталась на долю парня, все же зашила бы рукав на выходном костюме. По шву распорота. У меня и то руки чесались зашить. Да Маруся опередила. Зачем Юрику лгать? Да, зачем? Да у него же все поведение холостяцкое. Говорит, что с женой живет дружно. Так хоть раз на часы взгляни, пока ты в гостях. По телефону позвони. Нюра, я задержался. Так нет, никогда. Зачем Юрику лгать, я вас спрашиваю? Зачем? Да, зачем? Зачем? Маечка-то маму зовет. Не уложу. Кажется, маму ребенок зовет, а не папу. Бегу, Маечка, бегу. Влетела, Миша, а? Не думайте, Никанор Никанорович, она не всегда. Бывает, конечно, сорвется, но так она добрее доброго. Огонь, женщина. Вы Шурочку не знаете. Она всем готова помочь. Сейчас она умнее любого другого, а не успеешь оглянуться, и хуже ребенка балована. Но ведь это и не главное. Всем готова помочь. Душа у нее, знаете какая. Уснула радость моя. Лёнь, ну, уходи. Сначала было потребовала песню, что ей папа поет. Два гренадера. А потом уснула. Вот чему он учит ребенка, два гренадера. Ну ладно, ладно, не смотри на меня. Я сегодня всем все прощаю. Мне весело сегодня. А где Юрик-то у нас? Добился, Юрик наш! Клубка сама пошел, Валик, готовь к утрам! Давай! Маруся, смотри, сколько телеграмм тебе пришло. И от одноклассников, и от ребят из детского дома, и от старших. Все написали, все тебя помнят, все тебя любят. Смотри, ну потом разберешься, от Васи Захарова и от Стаси Помировской. Она работает, учится в студии, в театральной, в Москве. Да. Здесь я от Игоря Хаджибекова. Вот смотри, здесь он пишет, вот. Маруся, самое главное, помни, что самое главное семья в настоящее время то же самое, что тыл во время войны. Ой. А сам не жена. Не важно. Юрий, замолчи, не мешай. Пойми меня, дорогие мои. Делайте, живите жизнь по-человечески. Делайте то, что решили. Вот трудно делать то, что решили. Вот я сюда шла с намерением не говорить ничего воспитательного и не проповедовать. И не удержалась. Значит, что? Значит, человек над собой не волен. Правда? Мелочь? А нет. Ведь вся семья состоит из мелочей. Поэтому прошу вас, будьте счастливы. Будьте счастливее старших. Ольга Ивановна, ну что вы беспокоитесь? Они счастливы, это сразу видно. За это и пью! Да. Сережа, что с тобой? Ничего. Даже не помню посуду вытереть. Что с тобой? Вот те раз. День моего рождения, ты наказываешь меня. За что? Все ушли от нас веселые, думают, что мы счастливы. А у нас вот какой ужас. Ну поговори со мной, а? Юрик. Меня зовут не Юрик. Я говорила, потому что он со мной был весь вечер. А ты молчал нарочно. Выпил ни с того ни с сего уже после торта целый стакан коньяку. Как маленький. Маленькие не то пьют. Как десятиклассник. Нет, ты можешь со мной помириться? Да не хочешь. Жестокий ты человек. Ты нарочно пьешь, чтобы я мучилась.
ты изволишь заметить, бью я или не бью. Изволишь? В жизни я тебя не слыхала подобных слов. Это не брань. У других, может быть, и не брань, а у нас брань. Сереженька, маленький мой, миленький мой, если я в чем-нибудь виноват, выругай меня прямо. Прошу тебя, умоляю, я не умею ссориться, я не знаю, что говорить. Но если виноват, ну выругай меня прямо, пожалуйста. Ты на войне был, не видел больше. Ты старше, значит, должен быть умнее. Раньше надо было об этом думать. О чем? О том, что старше. Я сказала. Ну, посмотри. Юрик. Дай ты мне отдохнуть от этого Юрика. Так я... Сереженька. Да ты ревнуешь! Вот славно-то! Оказывается, не одна я поглупела. Оказывается, и ты у меня поглупел. И ты тоже дурачок. Не спорь, не спорь. Мне показалось, что я тебе не нужен. Ты? Мне даже стыдно. Вот как ты мне нужен. Мне даже страшно. Вот до чего ты мне нужен. Я стала безумная какая. Вот как ты мне нужен. Ладно. Я бы никогда не сказал. Это коньяк. Ну, спасибо коньяку. Забудь. Больше никогда ни слова. Мне показалось странным, что он от тебя не отходит. Юрик? А как же он может иначе? Сколько я тебя помню, он всегда рядом был. Я была маленькая, но помню, как оказались мы вдруг далеко, в лесах, в Кировской области. Все непонятное, все чужое, вечера бесконечные, холодно, голодно. И вот однажды Ольга Ивановна пить начала, а мы за ней сидим, поем в темноте. Ольга Ивановна поет, а у самой голос хрипит. А кончилось все тем, что у нас хор образовался. И стали мы везде ездить, нас везде приглашали. Меня всегда с собой брали, я объявляла номера. Все смеются, что такая маленькая на сцене. А однажды мы чуть не попали в буран по дороге на концерт и чуть не погибли. Ты спишь? Нет. Я пытаюсь представить себе, как все это было. А я в это время дрался. А ты дрался. И вот все кончилось хорошо. А Юрий, как же он может не ходить за мной? Так всегда было. Ты видела его жену? Ну нет, увижу когда-нибудь, неважно. Как камень с души свалился. Оказывается, ты у меня дурачок. Да вот представь себе. Я не знал. Никому я тебя не отдам. И не отдавай. И пожалуйста, и спасибо. Я так этому рада. Поселились муж с женой. И не только поселились, но как дети подружились. Чудо? Чудо. Погоди. Что-то будет впереди. Ой! Маруся, а какой окропленький? Вот это? Большое окошечко. Валь, полосы шире вешь. Окно с такими щелями. Да, на календаре посмотри. У нас окно не заклеено. Марусь, одевай платок. Да-да-да, стоишь-то, волосы замараешь. В кружках и хороводах всюду мир.
дышать не могу. Ой, если подскользнешься и упадешь, я тебя своими руками задушу. Все подруги с завистью на меня глядят. Что за чудо-парочка, старики твердят. Валь, а у тебя никого нет? В каком смысле? Ну, известно в каком. Нету. Удивляюсь. Здоровая, обаятельная, свободная. Эх ты. А теперь вот, милый мой, стал как лед зимой. Все те ласки прежние он отдает другой. Ох, Валь, Валь, я люблю мужа. Уж куда больше любить. Но душа просит, сама не зная чего, хоть погревать во всю силу. И в этом своя красота есть. Мы с Мишей, конечно, ссоримся, без этого нельзя. Но как-то по-домашнему. Эх, люблю тоску. Чем лучше соперница, чем лучше меня. Что добило от милого? Валь, ты чего? Маруся дернется, она плачет. Да еще слезы. Клиентами да бумажами, я, наверное, сейчас вытирать будет. Окно чем заклеивать будем? Валя. Валя, Валечка, ну что с тобой? Я никогда не выйду замуж. С чего ты это взяла? Не могу влюбиться. Отвращение к мальчишкам. У них руки холодные, от застенчивости каменеет весь, а туда же лезет обниматься. А кто мне нравится, тот на меня не смотрит. А мы Валю знаем? Умру, не скажу. Вот и проговорила дурочка, так значит знаем. А чего я такая несчастная? Нравлюсь только мальчишкам да старикам. Валечка, так ты все-таки у нас влюблена. Во-первых, нет, а во-вторых, он любит другую. Красиво, печально. Ничего-ничего, Валь, ты переживай. Это душу украшает. Ох, здравствуйте. Откуда вы? У меня такой беспорядок, я босиком. Да уж. Простите, мы думали, что дома никого нет. Я не ждала вас. Это сразу видно. Ты не предупредил? Куда он? Телефон в коридор. Заказать Москву. Сегодня наш проект обсуждали в главке. Надо узнать. Разрешите с вашего телефона? Ну, телефон Сережин. А будь ваш, вы нас прогнали бы. Маруся, не отвечай. Ну я пойду. Сереж такого холода напускал. И вообще, пришел не постучался, пошел не поздоровался. Вы не сердитесь. Мужчины при виде уборки зреют. Марусенька, вот твои тузовки, покупочка моя. Я зайду завтра, мы закончим твое окошко. Да, хорошо. Когда помещение очистится. Скажи, Марусенька. Уходите, Валя? Да, мне пора. А я что-то знаю. Вероятно. Иначе не были бы инженером-строителем. Испортил девушку, стричь стала. Я защищаюсь. Вы встретили Юрика? Это меня не касается. Женой. Вы неправду говорите. Спросите Никанор Никанорович. Никанор Никанорович, правда? Видимо. А какая она? Блондинка, высокая, смотрит оценивающе. Зовут Станислава Арнольдовна. Видимо, Ольга. Ох, что-то тут не то. Не то? Ну, он говорил, что его жену зовут Нюра. Ну, может быть, по-русски так, по-польски иначе. Знаете, провожу. Валя по уши влюбилась в Юрика, и все это видят, кроме него самого и ближайших друзей. А он-то какой идет? Сам не знаю. У Якубовского не отвечает телефон. Прячется. Никаких сомнений. Ну, неважно, завтра узнаем. Нет, важно. Много, что ли, у меня осталось дней и ночей. Ночь не спать,
Из-за того, что не хватает у человека смелости взять да и сказать всю правду. Ни в одном проекте я не был уверен так, как в этом. Вот поэтому он и не прошел. Смотрят на проект, смотрят и думают, а я так смог бы. Если бы еще и Кубовский попал на руководящий пост, так сказать, естественным путем, а он в талантливые инженеры назначен. А коль назначен, то есть взять могут. Вот он и взять. Мы работаем. А кем он был до войны? Никем. А сейчас думает, что он пуп земли, а на самом деле он просто пуп. Лицо грубое, щеки как кляшки, еще за границу посылают. Снил бы его. Не связано, себя посадят. Пошли домой. Без города. А где Маруся? Она заходила, но Сережа ее выставила. Не выдумывайте. А вы и не заметили? Не выдумывайте, когда это было? Она как примерная хозяйка вошла от Сережи. Мы работаем. Ну, я понимаю, Сережа, он не хотел, чтобы жена видела его волнение. Терпеть не могу слово волнение. Шли бы вы в писатели. Не смею. Где Кубовский звонил? Проект принят с блеском. Он сначала к нам в бюро звонил, не застал, потом к вам, потом достал мой телефон, иди сюда. Понятно, что у него телефон не отвечал дома. В главке сидел, к нам дозвонился. Первый признак действительно талантливого человека. Он радуется чужому успеху. И работает как мученик. Здоровье у него никакое, а отдыхать не едет. За границей-то побывал. Какой это отдых? И вообще, ты же его в казнить собирался. Я не успел, к счастью. Признаем, свиньи мы. Плохо воспитаны. Нервы. Судили, осудили. Да с какой легкостью. Ну, психологии хватит. Проект принят. Мария Николаевна. Поздравьте нас. Проект принят. Принят! Да. Поздравляю. Так, все, бежим до него, дохнуть людям. Вечером я позвоню, господи, Принят, правильно. Что ж ты свет не зажигаешь? Стемнело совсем. Да как бедно. Возишься с этими окнами. Сколько раз я тебе говорил? Окна сами не вымоются, не заклеются. А что с тобой? Я тебя обидел, может быть? Ну что ты как маленькая? Мы мужчины, народ грубый. Так кто слишком вежливый, тут не мужчина. Маруся, проснись. Я проснулась. Давай помиримся. Мы не ссорились. Ну, как хочешь. Слушай, ты сиди. Послушай нас, пока не поздно. А мы ясно тебе говорим. Пойди помирись. Мы ясно тебе говорим. Не поддавайся этой игре. 40 есть своя прелесть. В этой игре, прости меня, Фарфоров, за выражение, разбиваются сердца. Сидит. Не слушает. Будто мы не вещи. Не кукла. Прости, Господи, его родители. Что делать? Что делать? В доме 8 на Сенной. Поселились муж с женой. Поселились, веселились. Потом и побрались. Началось ссориться. Началось все с пустяков. Сережа про чужих попросил, чтобы я вышла. Но я, конечно, вышла. И тут родилась первая ссора. Я молчу. И он молчит. Я самостоятельный человек, а он мужчина. Прошла неделя. Сжалось у меня сердце. Почудилось мне, будто он уже похудел. Бросилась я к нему на шею. И прожили мы.
так мирно, так сладко, так близко, как никогда в жизни. А потом он на меня обиделся. А из-за чего? Не могу вспомнить. Мы вместе не могли вспомнить, вот что смешно. Но молчали неделю. А в последней нашей ссоре было что-то, прямо говоря, страшное. Я попросила его объяснить мне один вопрос по высшей математике. Но он объясняет, а я не понимаю. И он заорал на меня с ненавистью, с отвращением, как на врага. Вот чего никогда не было. Нет. Так ссориться я не умею. Привет, Маруся. Очень все хотела, чтобы это выключили. Проходите, рассказывайте, где были, что видели. Немое кино, человек из ресторана. Подумать только, ни звука, ни слова, а все понятно. Мне другое удивило. Юрик, только не шутите, вы опять начнете подсмеиваться. А мне так жалко всех, я так настроена серьезно. Да нет. Все пропадает. Я шутить не собираюсь, я другое хочу сказать. Вот смотрела кино и удивлялся. Будто собрались в зале одни только хорошие люди. Яхали в один голос и смеялись, даже плакали. Что ж тут удивительного? Да если бы они в жизни все так хорошо понимали, что хорошо, что плохо. Да вот славно же возьму. Все понимают. Угу, как доступно. А ты и без этого все понимаешь? Да, я понимаю. Мне объяснять не нужно. Валя, ты куда? Чай поставить можно? Конечно, что спрашиваешь-то? Нервная какая-то она стала. Не знаю, не замечал. Слушай, у тебя что-то случилось в жизни. Да, Юрик, не балабуль ты. Ты, конечно, не скажешь никому. Такими уж мы выросли. У нас в детдоме, пойди, пожалуйста. Ну что стряслось? Юрик! Ну, ладно. Ладно, расспрашивать не буду. Вот, смотри. Компас. Мне его жена подарила. Ты чего? Мы же вместе его покупали. Я покупала ватную бумагу, а ты купил себе этот компас. Ну, неважно. Мне она, значит, другой подарила. Вот, смотри. Юго-Восток. Тут по прямой линии пойди, наша Стаська в Москве в театральном учится. Кстати, встречала ее недавно, еще с Сережей и Леней познакомила. А как Стаськи на полное имя? Никогда не знала. Станислава Арнольдовна. Вот. А теперь компас на Хаджибекова. Ты еще помнишь, какого учителя в платье? Ну, приблизительно. Так вот, я тебе скажу, что Стаське куда менее страшно, чем ему. Пойми, все мы как на переднем крае. А на переднем крае строго. Народ обыкновенный, может, умрем и никого не вспомнят, кроме Стаськи разве. Но подобрались мы все как один, добросовестные. А на добросовестных мир держится. Вспомни, ну кем мы были? Сидим в интернате, маленькие, поем как голосим, в темноте. А что из этого получилось? Научились петь, да так, что своим пением на всю область прославились. И ты научишься, как на свете жить. Научусь? Ну, конечно. Ну как же может быть иначе? А как ты понял, что мне плохо? И что именно нужно говорить? Любовь научила. Любовь. Дело недоброе. Замолчи. Девчонка, да ты еще только начала любить. Любовь — это... Ты думаешь, я у тебя жену отбиваю? Нет, к сожалению. Ее не отобьешь. Сержу, там Валя хозяйством на кухне занялась. Иди попей чай. Пойду помогу. Ну что, Сережа, как у нас с тобой сегодня будет? Буду я опять для тебя как бы пустым местом? Или ты будешь меня учить? Не умею я разговаривать на подобные темы. Ну что ж. Давай опять молчи. Лишь бы не кричать. Постой. Не уходи, пожалуйста. У меня не ладится работа. Да когда не ладится, я на всех кидаюсь. Так почему же ты мне не сказал? Я тогда ничего не вижу, ничего не понимаю. Я знаю, что подло вымещать несчастье на родных и на тех, кто любит и терпит. Только сейчас вдруг я понял, как ты мне дорога. Правда? Меня вдруг как пронзило сейчас. Я, ну понимаешь, почудилось мне,
что я толкнул тебя. Сейчас почудилось, когда в комнату вошел. Ну, мы разговаривали про друзей, про школу. Я все понимаю, Маруся. Я ничего не говорю. Но воздух не замечаешь. Отними, заметишь. Я без тебя, Маруся, жить не смогу. Задохнусь. Умнее. Терпи меня. Сереженька. Никогда. Никогда в жизни больше не обижу тебя. Никогда. Никогда в жизни. И уши затыкаешь, это тоже вредно. Я тебе сняла, тебе, Сережа, что в общежитии привыкла так сидеть, понимаешь? Отказываюсь понимать. Говоришь тысячу раз, а ты упорно, сознательно делаешь по-своему. Не надо, Сережа. Что не надо? О тебе же забочусь. Не надо заботиться обо мне так свирепо. Прошу тебя, Сереженька, иди умойся, переоденься. А я тебе дам чай. Прошу тебя, потом поговорим. Это мы еще не поссорились. Я поспорила с ним, да и только. Я устала. У меня послезавтра зачет. Голова болит, так я устала. У него опыт по испытанию новых стен. Но ведь я-то не виновата. Идет. Нет, это мы еще не поссорились. Он ведь мучается. Он сам не рад. Что? Что тебе надо? Опомнись ты! Смотрят все. Смотрят, видите ли. Сначала выводят из себя, а потом смотрят. А кто? Все вы! А почему ты говоришь обо мне? Во множественном числе. Да потому что потому! Умоляю тебя, замолчи! Ты так страшно меняешься, когда кричишь. Да ты меня не доводи до этого. Как ты можешь так на меня кричать? Как в трамвае, как в очереди. И это ты, Сережа, которым я так горжусь, которым все его друзья гордятся. Избавь меня от этих рассуждений. А почему избавить, Сережа? Это только тебе кажется, что наш дом... Дом? Домишко. Домишечек, как будто это самое главное, что есть на свете. Ну, не самое главное, но все-таки важное, ведь семья... Замолчи! Не могу слушать, когда ты своими куриными мозгами пытаешься еще и философию разводить. Довольно кудахты! Пусть все летит! Сдерживаться! Удерживаться, когда весь мой опыт рухнул! Пусть все летит! Ну, все-таки я уж слишком. Я выругался. И она сжалась-то вся. Как будто я ее ударил. Маруся! Маруся! Маруся, я... Мы будем ужинать сегодня? Не хочу. Ничего не хочу. Чего? Не пойду ужинать с тобой. Ты не настоящий человек. Первый раз в жизни ты меня выругала. Значит, мы квиты. Пойдем ужинать? Никогда этого больше не будет. Чего не будет? Не буду ужинать с тобой, ничего не будет. Ты очень плохой человек. Никто не виноват, что ты какие-то жалкие опыты ставишь, а они у тебя проваливаются. Не говори того, чего не понимаешь. Неудачник. Всякий может понять. Размахнулся не по силам. Сколько дома ни скандаль, талантливый не ставишь. Замолчи! Кричи сколько хочешь. Мне теперь все равно. Все кончено. Все кончено у нас с тобой. Ну и очень рад. Давно пора.
Маруся! Маруся, куда ты? Сергей, извини, что так врываюсь, тебе у нас неприятности. А где Маруся? Да она к соседке, по-моему, пошла. Срочно надо ехать. Сергей, вот билет. Если к этому поезду не успеешь, то неизвестно, когда доберешься. Начинается метель, которую, наверное, точно будут заносы. Давай, одевайся, у нас считанные минуты. Вы мне так и не сказали. Что случилось-то? Звонили из совхоза, в котором ты был в прошлом месяце. У них там стена поползла. Как поползла? Поползла, Сережа. Звонят, кричат в трубку, что, мол, оседает, трещины такие. Ну, просто страх. Где стена поползла? В седьмом корпусе. Седьмой. Это который после моего отъезда да, ставит? Да. Давай быстрее, ну, занимайся идем. Там. Точно будут заносы, к утру занесет. Сейчас, только записку. Давай, там внизу у нас. Поехал в совхоз на поезде, не на машине. Мне здесь нужно папку взять в Черногорск. Вот же она. Надо ее завтра отправить в Москву с самолетом. Еще какая-то записка. Маруся, ну, нельзя же так. Ну, он же повернется через неделю, ну нет, через 10, может быть. Счастливица вы, Мария Николаевна. Вот мне уже некого ждать и не с кем расставаться. Счастливица. Всегда ты Никанор ничего. Всегда несчастье начинается с глупости. С умного не начинается. Всегда несчастье начинается с мелочей. Уж мы-то маленькие, нам видим. Что вы думаете? В чем сердце успокоится? А ну как и не успокоится. Ох, беда. Приятно.
А сейчас очень страшно болеть. Сережа-то не вернулся еще. Сердится, наверное, на меня, как на здоровую. А сейчас по всем телефонам звонила. На помощь звала. Как на грех, никого дома нет. И Шурочка у дочки в больнице. Сами ведь знаете, не люблю жаловаться. Вам меня жалко? Очень. Что? Что ты говоришь? Очень даже. Это я говорю. Дети, расскажите мне вот что. Вы много на своем веку видели женатых людей? Много. Все наши хозяйки выросли и вышли замуж. И счастливы они были замужем? Одни счастливы, а другие... А других даже неохота разговаривать на ночь. Поймите же, очень трудная задача. Если бы мы с Сережей разлюбили друг друга или ошиблись друг в друге, то задача легко разрешилась бы. Нет, не в этом наше горе. Разрушают нас беды мелкие, маленькие, как микробы. Что с ними делать? Расскажите мне о тех ваших хозяйках, что были несчастны, ну же. Я фарфоровая. У меня ротик маленький, хорошенький. Я могу рассказывать только приятные вещи. Я боюсь. Я мягкий, плюшевый. Поймите же, если я не пойму, как мне дальше жить, то просто перестану жить. Так и быть. Рассказывай. Не мучай ребенка. Будь по-твоему, слушай. Звали нашу первую хозяйку Милочка. И вышла она замуж за Анатолия Леонидовича. Мужчина мягкий, обходительный при других. А снимет вицмундир, да наденет халат. Беда. Все не по нему. А главное, расходы. Ну мы сжимаемся, терпим по мягкости. От каждой копейкой дрожим. От чужих улыбаемся. Родителям ни слова. А он только ожесточается. И вот однажды ночью врывается в детскую. В руках клеенчатая тетрадка, где записывала на расходы. И зашептал таким страшным шепотом, что проснулись дети. Систематически. Систематически, транжирка, вы такая тратите на хозяйство, по меньшей мере на сеть целковых больше, чем средний. Почему вы берете сливочное, когда все берут чухонское масло? Вы забываете, что я взял вас бесприданницей, хотите по миру меня пустить? Дети заплакали, а наша Людмила Никаноровна выпрямилась как столбик и произнесла до того твердо, что у меня даже бока заболели. Ходите, Бог. Он пожал плечами, однако повиновался. А мы тихо-тихо собрали вещи, да с детьми и к родителям на извозчике. И что он ни делал, как ни бунтовал, мы оставались твердыми. Хоть и грозил вернуть он детей через полицию. Поможет тебе эта история? Нет. Что вы? У меня с Сережей никогда не было столкновений из-за денег. И не могу быть. Рассказывайте дальше. Вырастили мы Леночку, стала она Елена Анатольевна и вышла замуж за Алексея Аркадьевича. И стал наш Леша жену пилить, что учится она на бестужевских курсах. Наша бестужевка выжила из дома всех знакомых курсистов и довела до того, что Леночка курсы бросил. Погубил ее и себя. Он к ней сценами ревности. А она выпрямится, как столбик, и... Пойдите вон. Вы добились того, чего хотели. Живу, как все. Научит тебя эта история? Нет. У нас с Сережей убеждения одинаковые. Он даже удивляется, как я его понимаю. А он меня. Нет. Не поможете вы мне, дети. Надо думать. Думать. А ты потом думай.
Постойте. Кажется, я поняла. Вечера, темнота. Научили нас в детском доме петь. Было трудно, но мы не сдавались. Мы не имеем права быть несчастными. Не то время. Мы обязаны выучиться жить, как выучились петь. С тобой. Выпей. Вот и молодец. Ты не отчаивайся, не надо. Вот посмотри на меня. Живу, так? А мне еще и 7 дней не было, когда меня бросили в речку. А кто? Как вы думаете? Родная, моя мать! Такое село было большое, торговое, называлось Мурино. И родился там я, как говорилось, в те времена незаконный. Так. Мать моя, а ей бедной было тогда всего 18 лет, взяла меня на руки и пошла. Мужчины поруганные, родными проклятая, соседями затравленная. Отлично! Идет она, плачет, и дошла до речки Белой. И бросила меня, ребенка, в омут. А одеяльце ватное раскрылось и понесло меня по воде, как плотик. А я и не плачу. Плыву. Головку только на бок поверну. Отлично. И как увидел это моя мать, закричала она в голос. За миг это в ней душа проснулась. Закричала она и бросилась в воду, но не с тем, чтобы погибнуть, чтобы разом все кончить, а с тем, чтобы маленького своего спасти. Схватила она меня, бьется в омут, а сил-то нету. Конец всему. Да, ты слушай меня. Вы меня слышите, товарищ Орлов? Слышу. Так вот. Ехал тогда на дрожках из города Тарас Егорович Назаренко.
Царство ему небесное. Золото, а не человек. Едет он тут белый. Что такое? Птица в омуте вьется. Нет, не птица. Боже мой, Господи! Бросился он в воду, мать за косы, меня за ручку, вытащил нас, да к тебе в избу. И года не прошло, как женился он на маме моей. И хоть потом у них свои дети пошли, я был у него всегда на первом месте. Вот как он пожалел нас. Замечаешь, как все обернулось, внучек? Любовь меня в омут бросила и из омута спасла. И жизнь я прожил, и трудился, и сыновья у меня в люди вышли, и дочери, и внуки, и все меня к себе жить зовут. А началось как? Понял ты, к чему это я говорю? Ты меня слышишь? Все может обернуться. Раз не пускают, раз Лев Андреевич не звонит еще, значит, можно надеяться. И я тебе еще такой пример приведу. Слушаю вас. Да, Нина Марковна, был пакет, а как же? Я расписался и передал его Гале. Он у вас, наверное, на столе лежит. Да. Ой, вот еще. Страх какой. О чем это я? Да, Нина Марковна. Так. Понимаю, Лев Андреевич. Передадим, Лев Андреевич. Понимаю. Понимаю. Снимайте вашу пальто. Одевайте халат. Доктор вас наверх требует. Понял? Лицо такое. Какое? Ты всегда на своем лице.
Улыбнись. Видишь, я улыбаюсь. Ты улыбнись. Сереженька. Зачем? Что зачем? Зачем начинаем мы все понимать, когда война? Или когда горе какое? Зачем не каждый день? Сереженька, маленький мой, милый мой, я ведь вижу, как ты меня любишь. Прошу тебя, не отдавай меня. Не отпускай. Не отдавай. Маруся! 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 До поезда еще 2 часа, а у нас уже все упаковано, уложено, зашито. Ужасно, не люблю провожать. Вернуться? Через 2 года. Обидно. Как будто бросают меня бедную, ни за что, ни про что. Вернуться, друзья, не такими, как уехали. А значит, расстаемся там и навеки. Имею 2 возражения. Ну, во-первых, если они теперь изменятся, то только к лучшему. Во-вторых, ну я-то никуда не уезжаю. Посмотрим мы с вами Ленинград. Ленинград я там очень люблю. Отправимся на взморье, на яхте пробежимся. Ну, не стоит грустить. Ну, не буду, Юрий. Мы друзья? Конечно. А почему вы спрашиваете? Мне показалось, вы на меня обиделись. За что? Что вы тогда в кино не пошли? Да. Пустяки, все забыто. Ну и хорошо. Да, 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 я тебя тоже. Да, очень сильно люблю. Много-много раз, Петка, да, да. Еще и прощается. Ну как же? Уезжает. Да ведь что, извини, я беру. Ой, Леня, не занимайте телефон. Никанор Никанорович просил. Да, я не беру, извини, я готов. Все, не забуду, да легко. Так, не забуду, честно. Спасибо вам, мальчик. За что спасибо? Спасли от непростования. Я с удовольствием ее спасла бы от вас. Никогда не забуду, даю слово. Бедная девочка. Эта девочка к вашему сведению, доктор наук. Не может быть. Вот то-то и оно. И нечему здесь удивляться. Доктора наук тоже люди. А где Маруся? Маруся где? А она уснула, она спит. Как уснула? Мы зашивали ящик, в который пойдет в багаж. А она говорит, прилягу на минутку. И уснула. Спит, не слышит. Как утонула. Вот я вам говорю, что в этой сонливости есть что-то угрожающее. Свалится опять, и будем потом охать да руками разводить. Просила я вас вызвать врача. Да она запретила мне. Ну, надо было уговорить. Ой, замучили бедного ребенка своими заботами. Ну, не делайте циничное лицо. Я знаю, что вы тоже о ней заботитесь. Да, забочусь и горжусь этим. Но я не смог бы довести человека до того, чтобы она термометр в окошко выбросила. Жаль, что выбросила. Я до сих пор уверен, что у нее субфибрильная температура. И выбросив градусник, она... Не выбросила я термометр. Я его в комод спрятала. Нормальная у меня температура. Я здорова. Посмотрите на меня. Здорова. А что это за сонливость у вас такая? Ну, просто я отдыхала. Вот поживем на свежем воздухе и меньше буду спать. Ой, знаю я там. Всем работы найдется. Напрасно вы ее сегодня с собой берете. Боюсь я оставлять ее одну. Машины, что ли? Открыто, входите! О, какие люди! Радуйте, что за вас позвонить, это невозможно! Все время телефон занят! Да, родная моя! Наверное, Леня со своими барышнями прощалась! Всего с одной! Очень на том спасибо! Вы знаете, что забыли? Ну, не могу себе представить, мы же вместе список составляли! Пока суть-то дело, пока хозяйственная часть наладится! Вы чем кормить Марусю нашу будете? Ольга Ивановна, вы что? Я все придумала, до поезда 1,5 часа, поэтому все за мной, встанем разом во все отделы и купим. А мне звонить даже. Ну, Маруся пусть останется, а так все за мной. Давай, дочка, не скучай. Все, хорошего приезжали. Ага. За мной, все. Маруся, Юрий. Прошу вас, сейчас. Не стойте на сквозняке. Я не буду. Маруся, не забывай друзей. Стой. Здравствуйте. До свидания, Маруся. Не усни без нас.
До свидания, Маруся. До свидания, сестрица. Не скучай. Я скоро вернусь. Вот дети, как они испугались, что я вдруг умру. Уже 2 недели прошло, как я выздоровела. Они все боятся, боятся. Прощались они сейчас со мной, шутя. А у Сережи тревога в глазах. На минутку и то боится оставить меня. Ах, если бы они знали, как я сейчас здорова и счастлива. Счастлива и здорова. Весь мир открылся предо мной. Никого мне теперь не страшно. Ничего не боюсь. Каждому могу смело смотреть в глаза. Марусенька, родная моя, все подстерегала я, чтобы выбрать время попрощаться без лишних глаз. Ты не бойся, я плакать не стану. Я не боюсь. Они привыкли, а я еще опомниться не могу. Ты жива, жива, ты домой вернулась. И ты теперь уезжаешь. Фочка, что мы? Марусенька, ты пойми меня, ну как же пройду мимо вашей двери? А за дверью никого. Ну и пусть. Все-таки есть что вспомнить. Все-таки мы не те, что были раньше. Все сделали выводы из своих ошибок. Вот, Марусь, вот все сделали выводы, вот кроме моего Миши. Вот пользуется тем, что я стала сознательнее и часами сидит в библиотеке так красиво. Чуть-чуть только не придет в голову, пока его дождешься. 3 раза похоронишь, 9 приревнуешь. Мы живем. Марусенька, я же на работу опаздываю, а я с передней площадки пусть ругается. Мне важнее всего, Маруся, на работу вовремя прийти. Возвращайся, моя хорошая. До свидания. Возвращайся. Побежала. Вот дети, как они меня сейчас любят. Все любят. А Сережа со мной так осторожен и внимателен, что я вот-вот избалуюсь. Ну ничего, летом тоже пойду работать. Пусть Никанор Никанорыч сердится. Где же это видано, не работать, когда все работают? Нельзя, родная, никак невозможно. Если ничего не делать, моль съест. Судя по тому, что вы со мной разговариваете, я снова уснула. Ты спи, спи. Это здоровый сон. А вы разговаривайте, разговаривайте. Вы мне не мешаете. И все-то она спит, спит, спит. Как ты думаешь, почему это? А ты как думаешь? Я вспомнила, что Милочка, когда была в ожидании Леночки, ее все время тоже в сон тянуло. Что ж, дай бог, дай бог. Так уже что это наша хозяйка не в пример счастливит. Дай бог, дай бог. Все к лучшему. И что за семья? Что за дом без детей? Сейчас, конечно, ребенка вырастить непросто. Все на него сейчас любуются, умиляются. Не успеешь оглянуться, он уже подросток. Ничего не понимает, а думает, что все понимает. Много Маруси и Сережи еще жить да переживать. Может, и поссорятся когда, и поспорят. Люди все-таки, а не куклы. Немножечко, да? Улыбаемся.
Идет. Обязательно.